Всем привет, с вами SivPro, и сегодня покажу мод на Super Mario для Minecraft Pocket Edition. Ну что ж, после установки данного мода у нас добавляются блоки для легендарной игры Марио, и также с этим модом нам предлагают пройти карту, которая маленько напоминает Марио. Ну что ж, давайте попробуем пройти, для этого нужно наступить на этот изумрудовый блок, и у нас начинается игра. Так, ну как видите, мы приземлились на шипы, и нас, так сказать, перенесло на контрольную точку. Вот сейчас все прошло идеально, перепрыгиваем, идем еще выше. Так, ну здесь мы просто прыгаем по кирпичам, ничего страшного, и здесь мы должны перепрыгнуть. Так, ну ничего страшного, все равно все нормально, прыгаем в воду и идем дальше. Так, здесь нам тоже придется маленько попрыгать. Так. Так, и прямо на шипы. Ну, смысл карты вы поняли. Теперь давайте перейдем к блокам, которые приносит этот мод. Ну, сейчас выберем ровную площадку. Так, здесь у нас есть травка. Давайте ее маленько прямо уберем и начнем смотреть блоки. Но блоки у нас находятся вот в этом разделе, в самом конце. Ну, как видите, блоков очень много. Довольно, можно сказать, все блоки переносятся из данной игры. Также здесь есть блоки, с помощью которых мы можем сделать настоящую карту Марио. Ну, вот такой кирпич, который вы точно видели в игре Марио. И Майнкрафт, кстати, подходит, прям точно-точно подходит для этой игры, где можно сделать вот такие, так сказать, текстуры. Вот этот изумрудный блок отвечает за начало игры. Смотрите, ну сейчас, так, подождите, как там закончится игру. Так, ваша боль.